Всем здравствуйте, всех приветствую на моем канале. Сегодня начинаю работать с платьем. Платье для выпускного вечера. Вы видели примерочку. Здесь ничего сложного, в принципе, нет по работе. Значит, я уже подкоротила платье. Я это вам не стала показывать. Это все элементарно. И здесь мне нужно сделать разрез. Вот я обозначила его. Сейчас я разрежу ткань. И на примерочке уже выложу подкладку, потому что платье на подкладке. Вот здесь будут некоторые нюансы, а в особенности, как закончить вот в этой области разрез. Итак, сейчас я разрезаю и ждем примерку и дальнейшие мои действия. Итак, вам хорошо видна эта линия. Я разрезаю. И что я хотела сказать, что при работе с низом была некая проблемка. Вы видите, да, что ткань украшена кристаллами. И то есть, когда линия попадала на кристалл, я снимала этот кристалл, да, чтобы, как говорится, с легкостью проделать эту работу. Снимать очень легко, не отрываем, не тянем, а под утюжком немножко нагреваем кристалл, и клей размягчается, и очень легко снимается вот этот декор. Вот это я хотела подметить, девочки. Все, я разрезала. Вот я на примерке заколола правильное направление подкладки. Заколола булавками. А прежде чем делать эту примерку, я отрезала, сделала разрез. Сейчас вам покажу, как нужно наметить, сделать меточки, по которым нужно ориентироваться и проработать разрез. Итак, смотрите, я теперь намечаю, вот так раскрываю и намечаю линию, направление. Вот так. Все. Здесь конец. Теперь метки. Вот так. Вот так, видите? Так, здесь заканчивается подкладочка, здесь заканчивается подкладочка. Сделали метку. Так, раз, два, три. Я думаю, достаточно. Можно и почаще, как вы захотите уже. Теперь нужно убрать вот эти все украшения. Идти на утюг, отпарить, и они быстренько отойдут. Клей немножко подогреется и быстро отходит. Итак, убираю булавки. Раскрыла, убрала ткань. Теперь я сейчас разрежу.
Итак, смотрите, разрезали теперь меточки, да, на ту сторону. Переносим, чтобы они у нас были с двух сторон. Все сделано. Теперь аккуратненько нужно убрать кристаллы. Так, смотрите, чтобы легко и быстро снять, может, кто-то не знает из вас, быстренько вот так, опа, паром, и раз, оно отошло. Паром, раз, и отошло. Можно здесь снять. Видите, как быстро. Там, где будет прокладываться строчка, машина, конечно, вот это все не пройдет. Поэтому нужно подготовить. Все. Теперь, смотрите, вывернула наизнанку и, совмещая метки, я уравниваю подкладку сверху, видите, лицо к лицу. Вот, уравняла, уравняла, уравняла. И сейчас иду за машинку и буду соединять. Здесь очень важно, вот в этом узле, если вы здесь берете 3-4 миллиметра, то здесь мы выходим на 1 миллиметр. И то будет защипчик. Но потом посмотрим, как я справлюсь. Если будет явный защип здесь, то я вам покажу, как его скрыть. Смотрите, вот здесь вот такую величину я дала. Сейчас я подхожу уже к началу разреза. И сейчас я буду уходить на нет. Смотрите, как получилось. Вот здесь на нет. И здесь сейчас нужно сделать надсечку, не доходя 1-2 миллиметра. Так, смотрите, разрез практически готов. Сделала контрольный выстрел утюгом. Отутюжила, чтобы проверить, как здесь у меня получилось. Получилось неплохо. Теперь смотрите, что я буду делать дальше. Я делаю перекатик и по подкладке от вот этой точки где-то на миллиметр-два иду. Закрепляю перекат. В этой зоне как получилось? Отлично получилось. Это я уже утюжу после строчки, после перекатика. И самый важный момент будет на примерке, конечно. Посмотрим все вместе. Thank you.